Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил готовность Люберецкого ДЭП к зиме. Насколько подготовлены к предстоящим холодам подрядные организации? В нашем сюжете. В этот раз проверка готовности состоялась в необычном режиме. Работников дорожного хозяйства поздравили с профессиональным праздником. Лучшие сотрудники предприятий получили благодарственные письма. Мы к зиме готовы. Коллектив сегодня, коллективы, которые сегодня обслуживают дороги, я оценю, что они профессиональны, техника у нас есть. И я уверен, что мы зиму пройдем без эксцессов. В этом году на улицах округа бороться со снегом и гололедом выйдут 95 единиц спецтехники. Убирать дороги будут более 500 человек. Более 300 тысяч килограмм закуплено песко-соляной смеси. Но это не вся смесь. Еще в январе будет проводиться дополнительное размещение и будет докупаться на оставшийся сезон. Докупать будем новую технику в этом году. И сил на содержание городских дорог у нас будет больше. С середины ноября все дорожные предприятия перейдут на круглосуточный режим работы. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.